Всем привет! С вами Акула и Космонавт, и мы продолжаем проходить второй Mass Effect. Я посмотрела по расположению заданий. На Омеге у нас целых три человека находятся, которые нам предлагают взять в команду. Так что давайте отправимся именно на Омегу. Так, карта галактики. А, о, как тут интересно-то. Так. Интересно. Непривычно. Так, ну, запрашиваем стыковку. Ну, брать нам, кроме этих двоих, пока и некого, так что берем их. О, добро пожаловать на Омегу. Вы здесь впервые, не так ли? Это сразу видно. Позвольте. О, привет, Моклан, я тут... Фаргут, уйди, быстро. Конечно, Моклан, как будет угодно. Шакалы чертовы, добро пожаловать на Омегу, Шепард. Вы знаете, кто я? Конечно, мы вас вели с того момента, как вы вошли в систему Терминус. Зря вы думали, что спрятались. Ария желает знать, что привело на Омегу мертвого спектра. Предлагаю вам пойти в загробную жизнь и представиться. Да расслабься, чё ты. Успокойтесь, неприятности на Омеге мне ни к чему. Вокруг вас одни неприятности, Шепард. Неудивительно, что Ария хочет за вами присмотреть. В клуб. Быстро. Так, карантинный режим в трущобах. Текс. Значит, вперед, направо, да? Так. Ну, пойдемте, чё. Ну, Заид. Shut it. Прошу, помогите мне. Никто не разрешал тебе говорить. Ты Заид Масани? Да, это я. А ты, надо полагать, капитан Шепард. Говорят, надо спасти галактику. Похоже, ты в курсе дела. Домашнюю работу сделал. Цербер выслал мне необходимую информацию. Как ты связан с Цербером? Очень просто. Цербер мне хорошо платит, чтобы я помог тебе на задании. Вот и все. Не каждый наемник отправится на безнадежное задание за деньги. А большинство наемников и не получают предложение от Цербера. Да, это задание попахивает, но призрак хорошо раскошелился. Мне сказали, что мы заберем одного человека, не двоих. Батарианский преступник. Разозлил одного богатея, тот заплатил мне, чтобы я его достал. Да еще и живым. Пожалуйста, я ничего не делал. Я сказал, заткнись. Хотел заставить меня искать его в системах. Лучше бы и не пытался. Такая шваль всегда прячется на Омеге. Ну, добро пожаловать на борт. Это как-то для такого товарища, по-моему, ничего. Ладно, иди на Нормандию. Проходи, устраивайся на Нормандии. Хорошо, буду чувствовать себя как дома. Надеюсь, призрак рассказал о сути договора? Нет, похоже, он решил не включать эту информацию в личное дело. Хорошо, что я спросил. Я взялся за одно дело незадолго до того, как вписался в Цербер. Подумал, тебе будет интересно.
Приходилось слышать про Вида Сантьяго. Он глава синих светил, заправляет там всем. Недавно захватил завод чего-то там Эшленд на Зоре, использует тамошних рабочих в качестве рабов. Компания хочет, чтобы с этим разобрались. Ну, чё, да, можем. Я прослежу, чтобы мы этим занялись. Хорошо, закончим с этим, и можно становиться героями галактики. Это, по-моему, он зря сделал. Надо бы эту скотину продать, пока она не начала вонять. Когда соберешься кого-нибудь убить, я буду готов помочь. Прикольно. Прям такой наемник-наемник. Клуб посмертия, да? А в нем есть своя бестия? А, ну пропусти и меня. Типа, все идут в очередь, да? А мы такие... Прикольно. Текс, как всегда. Музыка, танцовщицы. Карта. Так, ага. Непосредственно вперед. Вербовщики. Дрысть. Достаточно близко. Стой спокойно. Если ищешь оружие, то стоит быть внимательнее. С мертвыми спектрами осторожность не помешает. Любой мог воспользоваться твоим обликом. Говорят, ты та, кому можно задавать вопросы. Они чисты. Смотря какие вопросы. Ты командуешь на Омеге? Я Омега. Но тебе нужно больше. Всем нужно больше, чем у них есть. И потому все приходят ко мне. Я босс, президент, королева, если хочешь громких слов. Разницы нет. На Омеге нет официального правителя. А правило всего одно. Не спорь с Арией. Мне это нравится. Легко запоминается. Если забудешь, кто-нибудь тебе напомнит. А потом я выкину твою жалкую задницу в ближайший шлюз. Итак, чем могу помочь? Я пытаюсь выследить Архангела. Не только ты, но и половина населения Омеги. Ты тоже хочешь, чтобы он умер? Почему все охотятся на него? Он думает, что сражается на стороне добра. Вот только добра на Омеге нет. Все, что он делает, кого-то раздражает. За это он и получает. Да, такие кадры мне нужны. Да неужто? Да ты просто загадка. Если объединишься с Архангелом, то наживешь врагов. Это если ты до него доберешься. Сейчас у него некоторые проблемы. Что за проблемы? Местные наемники объединились против него. Его зажали в угол, но, похоже, никак не могут прикончить. Теперь они нанимают всех, у кого есть оружие. Похоже, это наш входной билет. У них есть отдельная комната для вербовки. Вон там. Уверена, тебя возьмут. Что ты знаешь об Архангеле? Не так уж и много. Он объявился несколько месяцев назад и начал создавать проблемы. Если устанавливаешь свои законы, а этим здесь занимается каждый, ты усложняешь себе жизнь. Он безрассудный идеалист, но, похоже, знает достаточно, чтобы держаться от меня подальше. Кто из наемников охотится за Архангелом? Синие светила, затмение, кровавая стая — самые крупные игроки Омеги. Если бы не война, вместе их не собрать, но Архангела они ненавидят больше, чем друг друга.
Ты ненавидишь Архангела? Мне некогда кого-то ненавидеть. Но я всем им одинаково не доверяю. Я не собираюсь мешать им убивать друг друга. Благодарю за помощь. Посмотрим, что станет с благодарностью, когда наемники поймут, что ты хочешь им помочь. Я ищу Мордина Солоса. Ты знаешь, где он? Доктор Соларианец? В последний раз я слышала о нем, когда он пытался помочь жертвам чумы в зоне карантина. Мне всегда нравился Мордин. Он с радостью вылечит тебя, но может и пристрелить. Что можешь о нем рассказать? Раньше состоял в соларианском отряде специального назначения. Опасный гений. Только учти, если он начнет болтать, его не заткнешь. Если действительно хочешь его найти, отправляйся с чесноком в карантинную зону. Правда, не гарантирую, что тебя пропустят. То есть ты знаешь, что к чему на Омеге? Все, что следует знать. Но просто так я не расстаюсь с информацией. Сведения — это власть. Поищи земных удовольствий. Прогуляйся в темном переулке. Проставься наемнику. А еще лучше поговори с кем-нибудь из сферы развлечений. Они устраивают отличные экскурсии. Только мое время тратить не надо. Расскажи мне, как ты тут обосновалась. Подобная информация только для приближенных. У меня много друзей и врагов, которых я держу на разном расстоянии. Ты не друг мне, но и не враг. Посмотрим, много ли пользы от тебя будет. Короткий ответ – не суй свой нос в чужие дела. Всего одна проверка, и мы уже переходим к делу. Люди обычно более внимательно относятся к тому, кто я вообще такая. Известие о твоей смерти замяли, но секретом ее сделать не удалось. Мне нужно было удостовериться, что это на самом деле ты. Ты могла оказаться кем угодно. Чего бы тебе ни захотелось, оно придет само. Мне это любопытно, но Омеге на тебя плевать. Так, ну кажется, мы все уже говорили с ней. Так что, может, я еще загляну. Текс. Значит, вступить в отряд наемников. Так, где он там говорила? Здесь или где? Если вербоваться. Дверь. Говорят, вы набираете людей. А, почему бы вам не войти? Деньги по окончанию работы, как и остальным. Следующий. Ну разве не милашка? Ты ошиблась местом, милая. Квартал стриптизер в другой зоне. Она даже не смеется. Ты что, сюда драться, что ли, приехала? Точно. Вот куда стоит пойти после Архангела. Вот куда. Стандартная плата 500 кредитов каждому. Заплатят, когда выполните работу. В случае смерти друзья вашу долю не получают. Вам понадобится оружие и броня. Так, эту проблему вы уже решили. И нет, от этого ты не сделаешься членом синих светил, затмения или кровавой стаи. Ты вольный стрелок. Вопросы есть? Почему торговцы объединились, чтобы уничтожить Архангела? Недавно на Омеге, да? Он делает все, чтобы насолить нам. Грузы идут пустыми, операции раскрываются. С каждым месяцем все хуже. Тарак и другие боссы устали терять кредиты. И людей. Он так хорош? Сколько боссов-наемников участвует в атаке? Да, Тарак командует синими светилами, но все три босса тоже приглядывают за операцией. Джаред возглавляет затмение, Гарм — голова стаи. Здесь главный Тарак, чтобы там тебе не говорили. Удивительно, как они вообще согласились. Думаю, они пойдут на все, лишь бы разделаться с Архангелом. Что будем делать на месте? Как будем брать Архангела? Наемники расскажут, когда доберетесь. По последним слухам, сколачивают разведотряды из вольных стрелков. Они должны отвлечь внимание Архангела, а мы попробуем пробиться через его оборону. Оборону. Значит, мы просто пушечное мясо? Не хочешь — не ходи. Но если все пройдет гладко, легкие бабки. Кроме того, не сразу же он вас всех уложит.
Что-то многовато проблем из одного парня. У него была целая команда, но с ними мы справились. Он остался один. Но у него есть преимущество. Это его база, и он знает, что мы идем. Он прекрасно подготовился к обороне. Мы потеряли много людей, пытаясь его достать. Нелегко будет его вытащить. Да, как выманить ворка из канализации. Потому и мы и нанимаем бойцов. Рано или поздно мы его достанем, если продолжим посылать бойцов. Где атакуем? Здесь операционная база Архангела. Он прятался прямо у нас под носом. Не могу точно сказать, где, но вас довезут. Так, ну, вроде мы все. Вы спросили. Куда мы идем? Иди к гаражу за клубом. Один из наших ребят тебя там подберет. Давайте следующего. Эй, записываться здесь? Ты слишком молод для наемника. Я не мальчишка. Я вырос на Омеге и умею стрелять. Как и Архангел. Я могу за себя постоять. Не зря я выложил 50 кредитов за пистолет. Забери свои деньги. Эй, что? Просто поверь мне, позже поблагодаришь. Значит, вот какая тут методика. КТЕшечка на действия героя или этого самого Ренегата, да? И первую КТЕшечку. Прикольно. Горят. Первую КТЕшечку мы уже прохлопали. Так, гараж, да? Гараж. Где гараж? Вербовщик. Ну, я пойду поищу тогда гараж. Елена Блейк. Мы, кажется, с тобой знакомы. Капитан Шепард, это вы? Слышала, что вы мертвы. Я Елена Блейк. Мы виделись несколько лет назад. Вряд ли вы это помните. Вы устранили двух преступных главарей и помогли мне захватить их дела. Знатный был переворот. Что привело вас на Омегу? А что обычно сюда приводит? Возможности, успех, неудачи? Все сразу? Мне здесь нравится. Думаю, что могу немного облагородить это место. Если вы на Омеге, значит, здесь быть либо беде, либо счастью. Впрочем, всегда есть третий вариант. Я решила расширить свое присутствие на Омеге, но у меня, конечно же, не было ни умений, ни ресурсов, чтобы противостоять Арии. Поэтому я позволила ей купить мое дело. Теперь я у нее в подчинении. Пока что эта затея себя окупает. Но альтернатива, похоже, хуже. Еще бы, гораздо. Мне, как ее подручной, полагается определенная защита, которой нет у других. Ария поступила очень щедро, когда выкупила мое дело. Жизнь красивая, но недолгая, да? Да, времена здесь были опасные. Ну, мне пора. Да, разумеется, у вас наверняка есть дела поважнее. Елена, конечно же, я тебя помню, елки-палки. Для меня же это было просто вот буквально позавчера. Так, именной бармен. Ну-ка. Так. Молчаливо заказываем напиток. Что-то... А, вот льется. Это что? Не пейте, дети, да? Say something, commander. Капитан, скажи что-нибудь. Что происходит? Right. Ты поправишься. Главное успокоиться. Похоже, ты нарушил первое правило Омеги. Если ты человек, не заказывай выпивку загробной жизни. В загробной жизни не любят людей? Бармен-батарянец их не любит. Все вспоминает какой-то там случай, когда кучка батарянцев погибла. И на это никто не реагирует. Людей здесь не особо приветствуют. Бармен пытался меня отравить?
Пытался слабо сказано. Насколько я знаю, ты первый из выживших людей. Мы с другом Джейком как-то зашли туда отметить новую сделку. Он напился в стельку, а через час уже блевал кровью. Пойду я, пожалуй, угощу бармена его же выпивкой. Ждать он тебя не будет, это уж точно. Пусть батарианская сволочь получит по заслугам. Вот, пить вредно. Не пейте. Что-то похоже, я в этот раз, значит, по этим самым, по пути отступника. Иду постоянно. Так. Нет, не сюда. Уйди, человек. Скажи капитану Гаврону, мы сегодня никого не убивать. Я не знаю капитана Гаврона. Зачем мне ему что-то говорить? Не верить тебе. Скажи Гаврону, мы знать его уловки. Мы сегодня никого не убить. Кажется, на Омеге много ворка. Уходи, много говоришь. Бандиты Гаврона ничего не получить. Мы уйдем. Приятно было пообщаться. Хватит говорить. Мы знать уловки Гаврона. Мы уходить. Забавно. Ну что, пойдем квитаться? Где бармен? Сейчас будет весело, наверное. Мы знакомы? Нет, нет, все люди на одно лицо. Вы вот выпьете за счет заведения. А вот так вот. Но я же видел, как ты пьешь. Тебе пора уже сдохнуть. Подожди, ты же не заставишь меня? Теперь ты. Пей. Я... Нет, ну нельзя же так. Я... Пей, иначе я тебя сейчас глаза выколю. Сначала левый, потом правый. И нету бармена. Но я теперь отступник. Ублюдок сам нарывался. Я абсолютно согласна. Че, можно потанцевать? Ну-ка. Шепард танцует, как на этой самой, на сельской дискотеке. Тыц-тыц-тыц-тыц. Интересно, а анимация для мужчин и женщин Шепарда одинаковая, да? Потому что так мальчики обычно танцуют на дискотеках. Так, да. Но мы отвлеклись, мы искали гараж, да? Вот. Мы искали гараж. Зажигает девчонка. Так, транспорт нарисован там, это нам туда? Или что? У тебя есть имя? С тобой можно поговорить? Я капитан Гаворн, начальник отдела по работе с Ворка. Хотите продолжить? А, что хотите доложить? Здесь очень много Ворка, что они замышляют? Ворка замышляет. Ха-ха. Это же просто вредители. Плохо бы нам пришлось, если бы они еще и думать научились. Чем вы тут занимаетесь? Присматриваю за Ворка, не подпуская их к Карри. Вот и все дела. Я пойду. Поторапливаемся. Ну и дыра. Здесь, по крайней мере, не расслабишься. Мне приходилось здесь бывать по делу. После этого нужно было принимать душ, не говоря уж о штатной процедуре обеззараживания. Вот и поговорили. Так, транспорт. Нам сюда? А, водитель синих светил. Я на задании. Надеюсь, вы готовы. Архангел вас, вольных стрелков, валил только так. Шли, чё? Если вы готовы, то я тоже. Залезайте.
Чё, опять кого-то выбирать можно, да? Ну, блин, чё, давайте все равно этих вот возьмем. Наконец-то прислали кого-то, умеющего драться. Тебе рассказывали, с чем придется столкнуться? Вербовщик рассказал только в целом. Если бы все знали правду, мы бы не собрали столько наемников. Архангел закрепился в здании в конце бульвара. Он занял отличную позицию. Единственный способ к нему подобраться — по мосту, который простреливается. Простреливаемому мосту. Там негде укрыться. Он устал и делает ошибки. Мы его быстро возьмем. У вас, ребята, есть план? Небольшой отряд готов проникнуть в его логово, но нужно завязать перестрелку с Архангелом, чтобы они могли войти. И что нам делать? А, и для этого мы пришли. Вы будете в отвлекающем отряде. Ваша задача — перейти мост и отвлечь Архангела, чтобы штурмовой отряд смог ударить ему в спину. Кажется мне, что это миссия самоубийства. Вроде как. Не думаю, что вы с этим справитесь. Идите по бульвару до третьей баррикады. Переговорите с сержантом Кавкой. Он скажет, когда начинать. Значит, мост — единственный путь к его укрытию? Точно. Архангел разрушил все подземные переходы и запечатал двери, ведущие на нижние уровни. Несколько групп копают, но на это уйдет слишком много времени. Если удастся починить летуна, это поможет. Но надеюсь, что штурмовой отряд справится с заданием, и мы вернемся по домам. Они используют летуна, чтобы справиться с одним парнем? Да, и Архангел подбил его. Не смог уничтожить, но знал, куда попасть, чтобы вывести из строя. Это был нечестный бой, по крайней мере для него. Где сейчас штурмовой отряд? На том конце моста, у его укрытия. Ближе они незаметно подойти не могут. Как они подошли так близко, оставшись незамеченными? Масса отвлекающих действий. Тарак использует летуна, чтобы занять Архангела. Нам удалось провести несколько бойцов к его укрытию, прежде чем он сбил летуна. Но теперь они там застряли. Нам нужно отвлечь внимание Архангела на мост, чтобы он не нашел их и не уничтожил. Что ты знаешь об Архангеле? Я не тот, у кого стоит спрашивать. Я занимаюсь логистикой. Тарак и другие боссы наемников некоторое время вели с ним дела. Но не удивляйтесь, если они не проявят особого желания общаться с вольным стрелком. Ну, вроде мы все. Я иду к сержанту Кавке. Неплохая идея. На бульваре будьте осторожней. Архангел уже положил там пару десятков человек. Ладно, мы можем проникнуть внутрь, но выбираться наружу будет куда интереснее. Давай сначала найдем его, а потом подумаем о возвращении. Тикс. Поговорить с сержантом Кавкой на третьей баррикаде. Шепард, я просканировала местность, но иного пути к Архангелу нет. Значит, придется и работать с наемниками. Тяжелые роботы и орудийные платформы обладают внушительной огневой мощью. Если ослабить их до непосредственного конфликта... то я все равно не успеваю дочитать. Я говорила с Гармом, он и его ребята уже на борту. Если операция пройдет успешно, мы поднимем боевой дух бойцов и сможем рассчитывать на поддержку с их стороны. Мы уже понесли серьезные потери, может случиться так, что нам не хватит людей. Очевидно, ни одна из наших организаций не решится выступить против Арии без поддержки двух других. Это мы Ари отдадим, да? Да, мы поняли. Сначала пойдет техника. Поняли. Так, куда идти-то? Карты нету. До третьей баррикады. Какая из этих баррикад третья? Пули летели над головой, а сапоги не летели? Так, может быть, это первая баррикада, там вторая, там, куда вот мы заходили, была третья. Это, точечку мне на карте поставьте, чтобы я знала, куда бежать. Тебе что-то нужно? Ты предводитель затмения. И это твои собственные выводы? Я Джаред, глава затмения на Омеге. Чем могу помочь вольному стрелку? То есть штурмовой отряд острие атаки?
Не я придумывал этот план, а Тарак. Ему надоело терять людей, поэтому посылает вас, вольных стрелков. Архангел никуда не денется, так что, думаю, можно попробовать. Кто, как знать, вдруг тебе повезет. Во-первых, почему затмение на Омеге? Если уж заинтересовалась, затмение контролирует почти 20% Омеги. Наши транспорты и техника продолжают доставлять нулевой элемент. Хорошая организация. Затмение работает как хорошо смазанный механизм, но на Омеге совершенно отсутствует. Это постоянный дележ сфер влияния. С приходом Архангела все еще больше запуталось. Почему Архангел доставляет вам столько неприятностей? Спроси его. Я здесь, чтобы сделать как можно больше денег. Мы не затем пришли на Омегу, чтобы подчиняться законам и уставам. Он пожалеет о самой мысли отправиться на Омегу. Поверь мне. Похоже, это личное. Месяц назад он ограбил мой транспорт, убил пару лучших оперативников. Одним из них был мой брат. Так что да, что-то очень личное. Что тебе известно об Архангеле? Что жить ему осталось недолго. И это все? Похоже, никто про него ничего не знает. Оглядись вокруг, и все поймешь. Он умен, и у него есть ресурсы, и он опасен. Но мы загнали его в угол. Недолго ему осталось нас дурачить. Могу я чем-то еще помочь? Откуда он взялся? Кто он такой? Даже его собственная команда этого не знает. Когда мы получим его тело, возможно, сможем узнать больше. Правда, это будет уже не так важно. Я пойду. Хорошая идея. А, да, тут есть еще одна дверь. Какая же я внимательная, а? И тут еще дверь есть. О, станция диагностики тяжелых роботов. Прикольно. Стоп, покажи. Записи контрабандистов. Ага, взломать надо, да? Не знаю, не понимаю. А, так. Так, найдите совпадающие сегменты кода. Найдите и выделите сегменты, совпадающие с кодом, показанным в левом верхнем углу экрана. Избегайте красного кода. Найдите все совпадения до истечения времени. Угу. В левом верхнем углу экрана. Ну, давайте начнем. Так. Кажется, этот... А, блин, он меняется каждый раз, да? Да, это было не с первого раза. Но это было прикольно. Да, это сложнее, чем в первой игре. Мы переопределили. Это сложнее, чем в первой игре взлом, но значительно более, как это сказать, иммерсивно. Презренный человек. Здравствуй, Гарм. А там что? Оставь нас! Неудачно ты выбрал место, вольный стрелок. Ты вожак красной стаи? Звать Гармом — это все, что тебе нужно знать. Я вот сижу и жду, когда вы, вольные стрелки, наиграетесь в войнушку. Задавай вопросы и пошли. Когда атакует кровавая стая? Тарак хочет, чтобы мы ждали. Ненавижу ждать.
Но он говорил, что синие светила разработали план и не хотят, чтобы им мешали. Ха. Мы должны ждать, пока затмение выведет технику. Посмотрим. Чем занималась кровавая стая на Омеге? Мы были его мускулами. Если нужна была крыша или нужно было кого-нибудь убрать, обращались к нам. Кровавая стая повсюду на Омеге. Все любят нас и все нас ненавидят. Полагаю, Архангел особенно тебя ненавидит. Да он просто чванливая задница. Не уверен, что там вообще мозги есть. Но он платит моим людям и дает мне денежную работенку. Я сам его сегодня достану. Вот увидишь. Мне одному доводилось схватываться с ним один на один. Что ты знаешь об Архангеле? Он как заноза в заднице. Он турианец, и смотреть на него малость неприятнее, чем на тебя. Он храбрый, пока не поймет, что вы круче, чем он ожидал. Похоже, у тебя с ним личные счеты. Однажды он пытался меня прикончить, дождался, пока я останусь один. Это был самый длинный бой в моей жизни, но я продержался до подмоги. В конце концов, не так он был крут. Мы за ним гонялись по всей Омеге. Мы почти взяли его, но скользкий ублюдок смылся, прежде чем удалось его прижать. Выступаю. Наконец-то. А есть что-нибудь интересненькое тут? Так, и мы должны дойти до третьей баррикады, да? Учет поступлений. Ой, опять. Ну, получилось. Что-то мы обошли. Угу, чудесно. I'll take it. Так. Мы тут всякого налутали, да? Ну что, хорошо. Всем кристально пофиг вокруг, да? Кольный стрел. И ушел. Боец синих светил. Медицинская станция. Но она поможет, если... А, сервер выплачивает. Ой, алло. Нужны мне изменения. Передай Кавке, что если он не починит летуна, то следующим отправится на мост. И принесите мне чертовы чертежи, живо. Уберите отсюда вольного стрелка. У меня нет времени на это дерьмо. У меня пара вопросов по поводу операции. Джента, убери эту мразь с глаз моих. Вон там. Скоро пойдет следующая волна. Вы там, снаружи, готовы? Чё он не в духе? Не очень-то любит вас, вольных стрелков. Не доверяет тем, кого сам не знает. Ненавидит, когда привлекают посторонних. И чего вы хотели знать? Что собирается делать Тарак, если штурмовой отряд потерпит неудачу? Для начала он перестреляет всех вольных стрелков, что еще живы. После этого пустит в бой затмение и кровавую стаю. Я предлагала работать вместе, но он не доверяет другим отрядам. А что если Архангел уцелеет после всех атак? Тогда светила останутся одни. Вот почему Тарак так хочет починить Лейтуна. Но ничего не получается. Архангел хорош, но долго ему не продержаться. Он уже сутки отбивается. Что делают синие светила на Омеге? Мы поставляем здесь товары различным отрядам. Товары, оружие, техника, механизмы, вы заказываете, мы доставляем. Еще мы посредничаем... так по нему не скажешь, но на деле Тарак неплохой переговорщик. Чем же Архангел вывел из себя синих светил?
Да он постоянно нас достает. Берясь за любую работу, мы теперь ждем подвоха. Кто знает, что ему взбредет в голову? Вдруг мы лишимся груза? Сколько бойцов на этот раз потеряем? Тараку хватило. Я его не обвиняю. Что вы знаете об Архангеле? Он из турианских линчевателей, из тех, кто убивает наемников для потехи. Кроме того, он непредсказуем. Появляется всегда в самый неудачный для нас момент, и вся наша работа псу под хвост. Если бы я решала, перед смертью он бы помучился. Почему вы так его ненавидите? Он наведывался к Тараку, прямо домой, почти достал его. Тарак с той поры постоянно на взводе, превратил мою жизнь в настоящий ад. По 10 раз проверяет все, что я делаю. Вызов других банд наемников нам на помощь только показывает, в каком отчаянии. Они не лучше Архангела. Лучше отправляться. Хорошая идея. Не забудь отметиться у Кафки. Текс. Привет. Я ищу Кафку. Я тоже девушка. Он там, работает над летуном. Мы переходим через этот мост, и он дает нам сигнал. Пойди, поговори с ним, если хочешь. Мне некуда торопиться. Я вернусь. Удачи. Осторожнее. Так. Кафка? Сержант Кафка. А, вы должно быть та группа, о которой упоминал Салки. Вы как раз вовремя. Салки? Вы встречались с ним после выброски. Он радировал о вашем прибытии. Вы трое не похожи на обычных наемников, но... Штурмовой отряд подаст нам сигнал. Архангел не догадывается, где они. Есть вопросы? Возможно, это ваш последний шанс. Вы прикроете нас летуном? Ха, только Тарак умеет им управлять. Да, и он еще не готов. Этот ублюдок Архангел здорово потрепал летуна во время последнего вылета. Еще немного покопаться, и он будет как новенький. Почему ты управляешь штурмом и чинишь летуны? Я в штурмовой группе. Наш отряд координирует действия с летуном. Я остаюсь в тылу, чтобы организовать вольных стрелков и удостовериться, что летун готов, на случай, если он нам понадобится. Так значит, план — прыгнуть через стену и двигаться к зданию Архангела? И постарайтесь не гибнуть сразу. Все равно, пока живы, вы лишь отвлекаете Архангела. Но вообще, это не обязательно. Просто привлеките внимание Архангела к мосту, штурмовой отряд сделает остальное. Как штурмовой отряд собирается уничтожить Архангела? У них есть два варианта. Они пойдут в рукопашную и прикончат ублюдка лицом к лицу. Если не получится, останется взрывчатка, но нужно время, чтобы ее заложить. Так значит, мост — единственный путь? Пока не починим летуна или бластеры, не прорубят туннель. Так вот, у нас есть план, и всякие твои великие идеи здесь неуместны. Просто делай свою чертову работу, получай кредиты и вали домой. Вы возглавите штурм? А, вот еще. Тарак мне за риск не платит. Я только составлю план атаки и починю чертова летуна. У вас, вольных стрелков, есть привилегии. Вижу цель, пошли. Проверка. Отряд Браво. Пошел. Архангела поджидает большой сюрприз. А это значит, что меня ничто не поджидает. Нужно починить летуна, и уж точно до того, как он снова понадобится Тараку. Вы переутомились. Похоже, времени у Архангела немного. Ну, не стоит ждать в стороне. Ну же, устроим этим ребятам сюрприз. That one hit.
Так. Ах ты ж, блин! Так, ребят, ну, давайте. Чё ж вы меня не прикрывали-то, а? Так. This looks interesting. Ай-яй-яй. Shields have failed. Perfect. He goes. Так. Чё, сюда? Ой, надо мне перестать отвлекаться на всякие ништяки на стенах. Вот. И собирать лут, когда уже противники все будут убиты, а не когда я... А-а-а, лут! Archangel. Архангел. Шепард. Я думал, ты погибла. Гарус, что ты здесь делаешь? Стараюсь не утратить сноровки. Тренируюсь в стрельбе помаленьку. Ты в порядке? Бывало и лучше, но сейчас я очень рад видеть лицо друга. Убивать наемников — тяжелая работа, особенно если работаешь в одиночку. Что ты делаешь на Омеге? Мне надоела бюрократическая возня с цитадели. Думаю, в одиночку я смогу принести больше пользы. Здесь хотя бы нетрудно найти преступников, только и успеваю наводить и стрелять. Как тебе удалось настроить против себя все до единой группы наемников в системе Терминус? Это было нелегко. Я трудился, не покладая рук. Удивительно, что они объединились, чтобы меня одолеть. Наверное, крепко меня ненавидят. С каких пор ты называешь себя Архангелом? Меня так местные прозвали за все хорошее, что я сделал. Мне, в принципе, все равно, но для тебя я Гарус, ладно? Кстати, ты здорово меня задел пару раз. Ударные заряды, вреда от них ноль. Не хотел, чтобы наемники что-то заподозрили. Ага. Если бы я хотел не только потрепать твой щит, то я бы это сделал. Кстати, ты тратишь свое бесценное время. Надо бы пошевелиться. Как это? Если бы я стреляла в вас, я стреляла в лошадь. Ну, окей. Мы, конечно, попали сюда, но выбраться отсюда будет неплохо. Непросто. Да, непросто. Этот мост спас мне жизнь. На нем эти придурки как и на ладони. Попасть в них очень просто. Но это работает в обе стороны. Если мы попробуем выбраться этой дорогой, они нас перебьют. Что, будем сидеть и ждать, пока нас перестреляют? Все не так плохо. Пока что мне удавалось их сдерживать, а с вами троими... Будем удерживать позиции. Дождемся, пока в их обороне появится брешь, и нападем. План не идеальный, но все же. Как ты вообще попал в такое положение? Чувства помешали разуму. Это длинная история. Давай договоримся. Ты помогаешь мне выбраться отсюда живым, а я тебе все подробно рассказываю. Если будем действовать сообща, сможем их удержать. Верно. Здесь их численность перестает быть преимуществом. Посмотрим, что они собираются делать. Похоже, они знают, что их диверсионный отряд потерпел неудачу. Смотри, разведчики. Надо полагать, это затмение. Не очень-то они похожи на обычных разведчиков. Согласен, нам стоит приготовиться. Я останусь здесь, наверху. Выгодная позиция, отсюда я смогу работать эффективно. Ты сможешь заняться тем, что у тебя получается лучше всего. Прямо как в добрые времена, Шепард. Так, или мне надо бежать куда-то? Чем мне заниматься-то? Чем лучше всех? Get over here.
Так, что нам надо делать-то? А, удерживать в крепость. Окей, ладно. Scoped and dropped. Never saw me coming. We need a medic. Yes. Из чего я такого стреляю-то? Так, пистолет, дробовик, винтовка. Ну, винтовка, по идее, нормально должна быть. Что-то как-то вообще все плохо. Так, ага, они на лестницах, да? Где лестница? А, вот. Да, я уже поняла. Где нет кавер? Где нет кавер? Там нет кавер. Если хочешь, чтобы что-то было сделано на совесть... Хорошо, Архангел, посмотрим, как ты справишься с этим. А мы вроде бы... Вперед! Мы вроде бы этого робота перепрограммировали, да? Проклятие, они подводят тяжелых роботов. Проблема решится сама. Да, блин, куда ты, Шепард? Гранатомет. Попробуем из снайперской винтовки. Ай. Ай. Нет, по-моему, удобнее... Ой. Удобнее так. Ай, больно. Да блин, что ж такое-то? А, понятно. У нас кончились патроны. Как-то это вообще не прикольно. Запасные обоймы тут есть? Горос, есть обоймы? Кажется, тут все. Идите сюда, пока они не перегруппировались. Так, Горос. Ну ты крута, Шепард. Они меня и тронуть почти не смогли. А еще мы сделали Джаррета. Я несколько месяцев охотился за этим ублюдком.
Зачем он тебе? Он торговал грязными НФ в окрестностях Цитадели. Половина всего барахла, что я в СБЦ задерживал, шла от его группы здесь, на Омеге. Я захватил большой груз недавно. Пришлось, правда, убить старшего лейтенанта. Не удивлюсь, если после этого он решил работать с другими наемниками. У нас еще кровавая стая и синее светило. Думаешь, мы сможем прорваться? Возможно. Посмотрим, что они затевают. Они укрепили другой край. Весьма неплохо. Но на мост пока не вышли. Чего они ждут? Что это было, черт возьми? Проклятие. Они ворвались на нижний уровень. Ну, когда-то они бы дали начать думать. Лучше тебе спуститься, Шепард, и я буду удерживать мост. Разделимся на пары. Пускай мой напарник останется здесь. Ты уверен? Кто знает, что вас там внизу встретят? А это не тот вариант, когда это... кого оставишь, тот умрет, нет? Тут такого нету, я надеюсь. Ну... давай Джейкоб останется. Джейкоб, оставайся с Гаррусом, он должен выжить. Если прикажешь, но я не уверен, что это хорошая идея. Спасибо, Шепард. Лучше тебе поторопиться. Как мне попасть в подвал? Спускайся, дверь в подвал в западной части главного зала, за лестницей. Я свяжусь с тобой, если понадобится помощь, но лучше бы вам поспешить вниз. Ну, побежали. Так. Ой. Вниз, да? Так. Текс. Медицинская станция. Вступайте к консоли и закройте ставни, пока они не проникли внутрь. А что из этого консоль? Блокировка клапана. Клапан запечатан. Так, еще две станции, закрывайте скорее. Это здесь? Ай! Блин! Ай-яй-яй-яй-яй! Нам туда надо вообще или нет? Найти большой шлюз и запечатай его. Ай! Ай-яй-яй! Мама! Так, кажется, мне кранты. Да блин! Где шлюз-то? Да куда ты побежал? Они идут, их немного, пока что. Рядом со шлюзом должна быть консоль. Карты тут есть? Блин, тут тоже нет карты. Да блин, как он через стену это делает? Как он это делает через стену? Да блин, куда ты прилипаешь-то каждый раз? We've got hostiles on the bridge, but we're holding. Incoming! Shutter secured.
Так. Быстрей. Вот. Вот, блин, у меня в инструкциях было, что для того, чтобы перемахнуть, бежите и нажмите вперед и крест. И я, значит, каждый раз, когда подбегаю к баррикаде, я нажимаю вперед и крест. И из-за этого мы, значит, это... Ой, мама. И из-за этого мы... Каждый раз... так, где-то тут было перезагрузить, да? Перегрузка. Там еще, блин, собачки, да, какие-то? Сколько их тут? Так. Дробовик, винтовка. У меня, блин, что, вообще не хватает уже патронов, что ли, совсем, да? Как это вообще? Где новое-то взять? Да знаю я, что на Крогана смотреть надо. Ай. Все? Ай. Тру! Ай, мама. Да, блин! Давай, Шепард! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Мама! Да блин! Да блин, собака! Да патроны, твою мать!
Да блин! Прячься. Фух. Возвращайся сюда, Шепард. Они лезут через двери. А, рви их клочья. Прикрой, я разберусь с Архангелом. А вот и кавалерия прибыла. Да блин! Watch the Krogan. Enemy down! Enemy down! Watch the Krogan! Night-night! Так. Чё, они вверху же? Так, побежали тогда, чё? Побежали спасать Гаруса. Ой, не-не-не. Да отцепись ты от этой штуки. Кто там? Now let's finish you off. Да блин. Стреляй ты уже. Так, ну чё, кто здесь? Крутые гады, но бывало и хуже. Мы справились с Гармом и его кровавой стаей. День удался. Крутой был подонок. Ты с ним уже сражался? Да, мы сталкивались. Я его поймал одного без приятелей, которые могли бы его выручить. Никак не мог добить. Никогда не видел Крогана, который бы так быстро регенерировал. Просто феномен. Он держался, пока не подошли его ворка. Почти достал его, но все-таки упустил. Не в этот раз. Остались только синие светила. Думаю, нам стоит рискнуть и попробовать прорваться. Думаю, вы правы. У Тарака сильный отряд. Но ничего такого. Кроме того, он не ожидает встретить нас лоб в лоб. Ой. Я думал, я снял эту штуку. Так. Они высаживают бойцов. Давайте. Have a nice trip. Кто там еще? There we go. Так, что, все? Они спускаются по боковой стене, нижний этаж. Так, где, чё, кто? Да, блин. Да блин, куда ты? Что-то я, по-моему, немножко не так.
Так. Да, блин. Так. Где у меня там Санди? Ай! Так, что оно там? Архангел! Думаешь, синими светилами можно играть? Пора с этим кончать. Гарус! Ай, больно! Да прячься ты! На последних этих самых. Так, что у нас там с Гарусом? Гарус! Гарус! Мы вытащим тебя, Гарус. Только держись. Свяжись с Джокером. Убедись, что они готовы. Лучше нам поспешить. Выглядит он неважно. Так, тут не говорите, что мы Гаруса потеряли, как только нашли. Так, Архангел... А, Архангел спасен. Мешает ли рана стать полноценным членом отряда? Ну, хорошо, да. Слава богу. Командир. Капитан, мы сделали для Гаруса все, что могли, но ему здорово досталось. Врачи задействовали весь рукический потенциал и использовали кибернетические импланты. Жить он будет, но... Шепард? Шепард? Крутой чувак. Не думал, что он так быстро придет в себя. Никто не дает мне зеркало. Насколько там все плохо? Нет, черт, Гарус, ты всегда был урод-уродом. Положи немного грима, никто и не заметит. А, черт, не смеши, мне улыбаться больно. Ну, некоторым женщинам шрамы нравятся. Кстати, большинство из них кроганки. Честно говоря, я больше беспокоюсь о тебе, Шепард. Это же Цербер. Ты помнишь их ужасные эксперименты? Вот поэтому меня так радует твое появление, Гарус. Если я собираюсь прыгнуть в пекло, то хочу, чтобы рядом был кто-то... То есть, по твоему плану, мне тоже предстоит прыгнуть в пекло. Ха, как в старые добрые времена. Я готов приступить к своим обязанностям, как только ты скажешь, Шепард. Я поселюсь у передних батарей и посмотрю, чем могу быть полезен. Ну, ура! Он хотя бы жив, да? Вот. Это было насыщенно, это было плотно. Я думала, что мы успеем побольше заданий за сегодня выполнить, но что есть, то есть. Надеюсь, что все-таки он придет в себя более-менее. Да. Вот. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых сериях.